Погоня, браконьеры и уголовное дело. В Лидском районе инспекторы природоохраны и дорожная милиция задержали нелегальных рыбаков. Защитники флоры и фауны заметили неизвестных, которые складывали сети и рыбу в автомобиль. Завидев рейдовую группу, один из нарушителей попытался скрыться на машине. Тогда к поимке браконьера и подключилась ГАИ. Итоги погони расскажет Владимир Королев. Сперва по бездорожью, затем по полю, а дальше на трассу. Так один из рыбаков попытался скрыться солидным уловом от инспекторов природоохраны. На разливах у деревни Плебанцы в Лидском районе наши инспекторы заметили рыбаков-нелегалов, которые сетями вылавливали рыбу и уже грузили улов в автомобиль. Один из этих браконьеров попытался вывести улов. При встрече с инспекторами он решил не остановиться, а скрыться. Вместе с экипажем ГАИ удалось его остановить и задержать. В багажнике автомобиля рейдовая группа межрайонной инспекции обнаружила рыболовный костюм, сети и 45 килограммов рыбы. Отпираться от браконьерства было бессмысленно. Еще дышит даже. Накажут беглеца и инспекторы ГАИ за множественные нарушения правил дорожного движения. Мужчина не восстановил водительское удостоверение после лишения, а значит, ездил на машине без прав. На авто отсутствовала регистрация. Во время погони дорожная милиция зафиксировала превышение скорости. Причиненный природе вред специалисты оценили на сумму свыше 5000 рублей. По факту незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит крупный штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. Владимир Королев и Виталий Селявко. Зона X.